Жительница Шымкента получила год ограничения свободы за собственную лотерею. Розыгрыш призов женщина проводила через социальные сети, но без необходимой лицензии. Один билет стоил 5000 тенге, а выиграть можно было дорогие ювелирные украшения и даже внедорожник. На предприимчивую горожанку обратили внимание в агентстве по финмониторингу. Розыгрыши женщина устраивала в прямом эфире через два аккаунта в Инстаграм. Участники могли попытать удачу и выиграть бытовую технику, драгоценности, дорогие смартфоны и даже автомобиль Toyota Prado. Деньги за билеты перечисляли на карточные счета самой организаторши и ее родственников. Вот только лотерея разыгрывалась без специальной лицензии, что и привело женщину на скамью подсудимых. С 10 сентября по 29 ноября 2023 года сумма реализованных билетов составила более 96 миллионов тенге. Приговором суда гражданка признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на один год. Изъятые вещественные доказательства по приговору суда конфискованы в доход государства.